Всех рад приветствовать на своем YouTube-канале. А сегодня я хотел бы поговорить о сгонке веса. Многие спортсмены задают мне этот вопрос. Каким образом я гонял в свое время в категорию? Как гонял? И как лучше гонять? Есть очень много способов. Все спортсмены гоняют по-разному. К примеру, многие спортсмены начинают гонять вес за 2, за 3 недели, за месяц. Но я придерживался другой маленькой тактики. В свое время мы с Артемом Гришиным гоняли буквально там 5-7 килограмм за там 2 дня, за сутки бывало гоняли. То есть каким образом? Перед тем, как вылететь на соревнования, мы придерживали килограмм 5. Вылетали мы дня за 2. То есть 2 дня мы находились на соревнованиях перед взвешиванием. И мы скидывали по 5 килограмм буквально за одни сутки. То есть мы отключали воду, отключали питание полностью. То есть за первый день уходило там килограмма 2-3 у нас уже. На ночь ничего не ели, могли себе позволить немного воды. И с утра у нас была легкая пробежка. Мы подгоняли вес к своему выступающему весу. И пока были на взвешивании, проходил еще час-два, и, как правило, мы перегоняли грамм 200-300 всего лишь от своего веса, который нужен был в категории. И таким образом у нас все получалось. Также во всех видах спорта по-разному. Взять, допустим, армрестлинг, там взвешивание идет за день до старта, то есть ты взвешиваешься и успеваешь остановиться. То есть, к примеру, я подвожусь к соревнованиям, приезжаю 115 килограмм, 117. За 2 дня скидываю 5-7 килограмм. И буквально в день старта я уже набираю свои 5 килограмм, 4-5 килограмм набираю. И нахожусь, в принципе, в той же форме, в которой я находился до сгонки веса. А если скидывать заранее, за месяц, за 2, за 3 недели, то, соответственно, с вашим весом и уходят ваши силы. Ну, это опять же мое такое мнение, которого я придерживался. В других видах спорта прям в день взвешивания и проходят соревнования. Там, конечно, там нужно заранее гонять вес, никак не за день, не за два, так как будет потрачено очень много сил. Раньше мы гоняли по всякому вес, применяя такие мочегоны, как фуросемид. Это очень, скажу, большая нагрузка на организм. Так как я крайний раз фуросемид гонял, это, наверное, год был 2006, меня на взвешивание заносили, потому что я гонял 12 килограмм, и буквально там 3-4 или 5 килограмм я гонял с мочегонными. При этом все тело сводит, все мышцы сводит, иммунитет падает организма. Также происходит обезвоживание организма, плохое самочувствие, тошнота, головокружение. Я даже не мог подняться на третий этаж с первого раза. Приходилось 2 раза останавливаться и посидеть маленько, восстановить силы для того, чтобы не упасть. Но зато потом после взвешивания напивались воды, обедались и восстанавливались. И опять же скажу, что фуросемид мочегонное, оно является доп-контролем. То есть на доп-контроле могут поймать вас. Также в момент сгонки веса обязательно нужно пить такое вещество, как аспаркам. Аспаркам не дает выхода кальция из организма, восстанавливает кальций полностью. Также многие спортсмены в день сгонки веса ходят в сауну, в бане. Я категорически себе это запретил, так как при походе в баню либо в сауну мышцы расслабляются, и на следующий день они работают неадекватно. Но все же ребята ходят, гоняют вес, выигрывают соревнования. На каждый организм это влияет по-своему. Максимум, что я могу себе позволить, это побегать. Также есть специальные костюмы для бега, для сгонки веса. Они изготовлены из материала, который не дышит. Соответственно, ваше тело не дышит, начинает потеть и выделяется пот. То есть многие гоняют с помощью этих костюмов, когда уже гонять нечего, не гоняют.
То есть бывает, бегали по лестнице, бывало. Также по лестнице побегаем, под одеялом залезем, накроемся, посидим, подождем. Потоотделение пошло, дальше бегаем. Много есть разнообразных способов. Также есть различные белковые диеты. Также я сидел без соли. Мой, кстати, совет. При сгонке веса поменьше есть соленого, так как соль задерживает очень сильно воду в организме. И вам очень тяжело ее будет из себя добывать. Сидел на белковой диете. Ел куриную грудку филе, без соли, сваренная. Ел также рыбу на пару, также без соли и так далее. Не использовал вообще соль, вес тоже очень хорошо уходит. Многие ребята предпочитают водную диету. То есть я там даже не вникал особо, сколько поскольку, но... То есть они сначала нагоняют водный баланс, организм привыкает, и затем убирает воду, и организм воду скидывает. И при этом, опять же, тоже люди не едят особо. Ну, я к такой сгонке никак не привлекался, так как понимал, что нужно воду скинуть с организма быстро, чтобы ее после взвешивания быстро набрать, чтобы баланс свой сохранить, который у вас был до сгонки веса. И мы обычно гоняли вес за день, за два до соревнований, но никак не за неделю, не за две, не за три. Поэтому пробуйте, экспериментируйте, как вам будет лучше. Я вам рассказал свой опыт. Если у вас есть свой опыт, можете поделиться в комментариях. Кому-то, возможно, ваш совет пригодится. Всем спасибо.